Голову быстренько убьем. Готов? Ага. Да черт. Что-то тебе не получилось. Да. Ну, ничего страшного. Лук, ну ловко, сбери у меня с арбалета ловкость. Я Таура побеждена. У нас вообще-то остался, если честно, еще один босс. Где-то вот там вот. Зовут его Коготь Ужаса. Ага. Хотя нам, походу, все равно придется прыгать в эту хрень. Блин. Отвали чертов моб. Пойдем попробуем с Димой. Давай пошли за Дим. Может нам апнем 80. Тем более мы уже 77. А там же раз 80 надо. Хиджал, да, 79 не катит. Херово. Да такое у них не равноправие. За пределе вроде с 58-го. Это вроде 68-го, а хиджал только с 70-го. То есть 80-го. С 80-го. Мне кажется, на каком-нибудь БЦ мы бы подобного босса, ну, понятно, то есть БЦшного, убивали бы 10 тысяч лет, просто еле-еле-еле у нас бы вайпал и вайпал бы. Чего ты хочешь? До встречи! О, кинжал на выносливость. Ну ладно. Кровь и кровь. Два кинжала на выносливость. Один на крит, другой на крит и силу заклинания. Наверное, на крит. У него атака все-таки больше. Главная сила. Есть наручи. Все. 79-й, короче. Мне кажется, если мы сейчас найдем еще одного босса, то мы станем 80-ми. Да? Угу. Могу искать. Отличненько. Есть, да? Птичка. Стан тебе, птичка. Промах станом, отлично. Да блин. Если не получается, с ним умри. Ворот там уходи. Чушка. Кстати, во время этих дейликов без проблем можно убить орду. Не надо их даже разводить на флайне. Так. Лечи. Есть. Ну все, портуемся. Угу. Вот гримар, учим скиллы. Так не пользуюсь, тут куча скиллов.